Это фото недели. Президенты Лукашенко и Путин встретились в Сочи впервые в этом году и впервые офлайн после пятимесячной паузы из-за пандемии. Но это вовсе не отменяло других форм общения лидеров. Но личная встреча – это совершенно иная энергетика, тем более, что это встреча друзей. Вот, к слову, корзина с белорусскими угощениями. Ужином закончится это шестичасовое общение. Но о чем же говорили президенты? Обычно встреча Лукашенко и Путина – это много конкретики, но не в этот раз. Лидеры обошли без заявлений для прессы, но ведь явно встречались не только, чтобы покататься на лыжах. Но тем интереснее в большой политике, когда суть можно уловить, внимательно присмотревшись к деталям, жестам и даже взглядам. За переговорами внимательно следила моя коллега Алена Сырова. Спросим у нее. Да, Игорь, действительно, и Александр Лукашенко, и Владимир Путин, очевидно, были рады личной встрече друг с другом. Теплые дружеские объятия, внешний вид президентов вызвал немало обсуждений. Смарт-кэжуал, и вправду, не часто выбирают политики высокого уровня, а Владимир Путин на встречу пришел даже в джинсах. С другой стороны, если уровень отношений давно всем известен, то к чему лишние формальности? Я очень рад нашей новой личной встрече. Это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность. Серьезные переговоры в обычной одежде говорит о том, что мы просто близкие люди. У нас очень близкие народы, очень близкие страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы. Понятно, что рутинные вопросы можно обсудить и по телефону, и по видеосвязи. Это регулярно практикуют. А вот для встречи face-to-face нужен еще и весомый повод. Потому, не дожидаясь переговоров президентов, интернет-сообщество, эксперты принялись его искать. Звучали разные версии повестки. Самая популярная – новый кредит для Беларуси. Мол, едут просить 3 миллиарда. Александр Лукашенко превентивно эти домыслы опроверг. Я не еду туда чего-то просить, Григорий Алексеевич. Немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить. Предполагали и обсуждение интеграции, и стратегии дружбы с некоторыми партнерами, в частности ЕС, США и Украиной. В итоге в открытой части попали в точку только с первой догадкой. Александр Лукашенко заявил о том, что те самые дорожные карты за время их проработки претерпели ребрендинг. И в списке все еще остаются несогласованные пункты. Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Беларуси. Должен вам вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер. Понятное дело, что в данном случае речь идет об экономической синхронизации, но согласись, что досужие разговоры о глубине той самой интеграции всегда тянулись длинным шлейфом после вот этих переговоров на высшем уровне, мол, не потеряют ли белорусы самое важное, вот что в этот раз. Да, Игорь, действительно, каждый раз на фоне встречи Путина и Лукашенко непременно появляются те, кто наводит панику и говорит о сдаче суверенитета. Но для них мы повторим сказанное нашим главой государства на Всебелорусском народном собрании. Единственной ценностью, которая у нас есть, непререкаемой ценностью, является суверенитет и независимость нашей страны. И дай Бог, чтобы суверенитет и независимость сохранить без боев и крови. Исчерпывающий ответ, потому и обсуждали то, что действительно важно сегодня. Противодействие пандемии и производство вакцины по российским технологиям у нас. Полноценное открытие границ, да та же логистика. Мы все-таки перенаправили свои грузы в российский Усть-Луг из Литвы, которая в открытую вмешивается во внутренние дела Беларуси, еще и поощряя вредительство финансово. В итоге прибалтийская соседка лишилась части дохода. Нам надо вопрос интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень. Это в картах, кстати, проговорено. Это означает единый рынок, чтобы мы не конкурировали там, где не надо. Развивать настоящую, неподдельную, безгалстучную вот ту самую интеграцию. На будущее иметь в виду, что нам надо защитить и свои финансовые системы от всяких попыток нас раскачать. Мы же видим, что творится, что творилось в Беларуси в конце лета и осенью. Это попытка раскачать Белоруссию и надавить тем самым и на Россию. Это то, что очевидно на поверхности, но куда интереснее то, что осталось за кадром. Это такие политические бэкстейдж, например, о чем президенты говорили на лыжном склоне уже за ужином. Ведь общались Лукашенко и Путин, как и прогнозировали накануне в Кремле, действительно долго. Эксперты уверены, главной темой была
Геополитика. И Беларусь, и Россия столкнулись с серьезными вызовами в прошлом году. В этом, очевидно, проще не будет. К внутриполитической качке и прессингу извне добавятся и экономические последствия пандемии. Во втором квартале упало практически больше, чем на 30% ВВП экономика США. На 10-12% упали экономики старой Европы, Франции, Германии. И это означает немножко новую геополитическую реальность, в которую мы входим. По-другому будут выстраиваться и структурироваться рынки. И в том числе изменится центр тяжести, поскольку единственная экономика, которая росла и в период пандемии, которая сделала новое завоевание, это китайская. В общем, нас ждет глобальный передел сфер влияния, и в этом процессе, чтобы сохранить себя независимым и цельным государством, важно правильно выбрать стратегию союзников. С последним мы определились в прошлом году окончательно, спасибо событиям лета-осени 2020. В итоге наш министр иностранных дел предложил де юре прописать больше не нейтральный статус Беларуси, хотя по факту это так и было до, мы уже давно в ОДКБ. Российский глава МИД и вовсе допустил возможный разрыв отношений с Западом. Европы. На фоне этого встреча в Сочи, когда речь идет о главах государств, детали играют чуть ли не ведущую роль. И если быть к ним внимательными, можно многое прочитать без слов. Те рукопожатия, те теплые взаимоотношения, которые продемонстрированы были. Но далеко не каждого гостя, даже дорогого гостя, российский президент провожает до машины. И это тоже был определенный сигнал тем нашим геополитическим оппонентам, которые закусили, что называется, у дела в отношении Беларуси, что Россия ни в коем случае не оставит своего геостратегического союзника, а это определяет действительно очень большую ответственность игроков, которые вступают вот в такой стратегический союз. Проследим постсочинскую повестку. На следующий день после переговоров Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, дабы доуточнить вопросы взаимодействия в ВПК, налоговой сфере. А первый доклад по возвращению в Минск президент Беларуси заслушал от главы Совбеза. Ну, совпадение, не думаю. Главу Совбеза белорусского, где говорилось о том, что нужно реформировать структуру и выстраивать ее по образцу российских и казахстанских коллег. Я думаю, это тоже как продолжение, в том числе и общение с российским своим коллегой, это вот попытка унифицировать те процессы в сфере безопасности, которые идут в наших странах. В общем, немного терпения и внимательности, и нам станет понятно, о чем конкретно договорились лидеры. Из моих наблюдений, Александр Лукашенко и Владимир Путин в этот раз демонстрировали поразительный уровень согласованности в действиях и стремления к компромиссу. Хотя бы судя по этим кадрам на лыжах и на снегоходах. Но, конечно, гораздо важнее, чтобы так было и за пределами снежного склона. Спасибо. С деталями сочинских переговоров была моя коллега Алена Сырова. Но сейчас к той самой согласованности действий. В пятницу в Минске показали первую партию вакцины «Спутник Ви». Технология российская, производство белорусское. И вот это наши образцы вакцины. Компонент 1 и компонент 2. Пока это первая пробная серия вакцины, далее препарат будут проверять. После испытаний на площадке смогут приступить к промышленному производству. Далее запуск полного цикла. Это позволит сполна обеспечить потребность белорусов в вакцине против COVID-19. В перспективе Беларусь сможет экспортировать спутник ВИ в третьи страны. Сегодня произведена первая пробная партия российской вакцины спутник ВИ, который выпущен на мощностях нашего предприятия. Она называется валидационная серия. Но это первый уже практически шаг по локализации вакцины. Мы подошли к действительно такой первой отсечке, от которой пошел такой отсчет по трансферу нашей вакцины белорусского производства. Промышленные серии, то есть, понятное дело, они будут уже полноценные. И объем мы рассчитывали для начала, естественно, он будет зависеть от потребностей Республики Беларусь в вакцинопрепарате и от возможности наших партнеров по предоставлению активного компонента для производства. Изначально мы строили нашу стратегию на предприятии, это, да, действительно, 500 тысяч доз в месяц. Напомню, что в нашей стране спутником ВИ начали прививать медиков еще в январе. И, кстати, на днях вакцинация этой группы населения завершилась. Состояние у всех удовлетворительное. На конец марта анонсированный старт массовой вакцинации в стране.